Вы можете задонатить по ссылке в описании и подписаться на наш телеграм-канал. Всем заранее спасибо. Всем привет! Сегодня мы будем говорить про троллейбусные маршруты, которые пропали из Нижнего Новгорода. Это будет первая часть, если вы залайкаете ее как следует, то будет и следующая вторая. Ну а мы начинаем. Остановка. Транспорт Нижнего Новгорода и его области. Первым маршрутом будет маршрут номер один. Ходил до закрытия по маршруту площадь Минина и Пожарского педагогический университет. Фактически это просто маршрут, который почти доезжал до Верхних Печор. Но по факту он открыт был 27 июня 1947 года. Ведь тогда появился первый троллейбус. Он шел от Минина до Горького, через Свердловку, ну, или через Большую Покровскую. Если вы не знали, там тоже ходили троллейбусы. Самыми преданными зрителями были дети. Именно они проявляли наибольший интерес к этому виду транспорта. А профессия водителя троллейбуса считалась настолько почетной, что только избранные могли им управлять. Троллейбус считался изыском и крутым транспортом в то время. Сейчас это помойка, по мнению государства. Хотя этот вид транспорта курсировал почти весь 20 век. А значит, с ним проблем не было. Ну вот случилось с маршрутом, беда, его закрыли 15 сентября 2014 года. И также, причем, произошел огромный демонтаж, где всю троллейбусную линию уничтожили в прах за считанные дни. Причем по всему маршруту. Сейчас покажу, как было и как стало. Но скорее всего сделают маршрут номер один или Т-маршрут, как в Москве. Только его сделают после строительства метро, и он будет идти круговым, либо до Горького и обратно. А так жалко маршрут. Следующий маршрут. Это троллейбус 4. Сразу можно сказать, почему его закрыли. Вина в электробусах. Но раньше он ехал от Московского вокзала и до Починок. Потом открыли пятый маршрут и его отменили. Его прогоняли по разным маршрутам, и он остался в сердцах жителей автозавода. Он ездил от улицы Минеева и до улицы Плотникова. Но закрылся в связи появления Э4, который сейчас едет от ЖК «Торпеда» и намного лучше его. Кто катался на нем и также на первом маршруте, пишите в комментариях. 19 апреля 2024 года стал последним днем работы 4-го троллейбусного маршрута, тем самым завершив свою 24-летнюю историю. Спасибо за работу. Это была цитата. Ну а пока на этом все. Мы пока не заканчиваем с этой рубрикой. Если будет много лайков, то видео выйдет сразу. Кому жалко троллейбусы, лайк. Мы, к сожалению, не сможем ничего изменить. Но самое главное, чтобы была память. Именно поэтому эта рубрика и начинает свое существование. Всем чистых дорог и пока-пока. Уважаемые пассажиры, убедительно просим вас во время движения автобуса